Всем привет, с вами Митис, канал Мити Ампи, и сегодня я снимаю для вас видео «Мои подарки на 8 марта». И также я всех поздравляю, всех женщин с этим международным днем, женщины, вот. И, в общем, в этом видео хочу вам показать мои подарки на, в принципе, 8 марта. Надеюсь, ну, подарков достаточно много, и плюс я буду делать еще распаковку. Ну, также покажу не только подарки, но и новинки за этот день. Ладно, давайте начнем. Первый подарок это был от подруги моих родителей. Это вот такой вот, даже не знаю, как это назвать. В общем, такая штука. Это брелок вообще, вот такой брелок. Вот. И тут, собственно, собери свою коллекцию домашних любимцев. Вот. И здесь, в общем, такой брелок. И это, как я думала, это... Или какая-нибудь коза или овечка, но она очень няшная. Я обязательно повешу на свой телефон. Так она выглядит. Ну, и так на задней стороне. В общем, такой няшный брелочек. Очень милый. Следующее это такая шоколадка. Это темный шоколад, воздушный. Ну, думаю, знаете, все курят. Я вот почти съела. Ну, вот такой, сейчас вам покажу. Не показать. В общем, оно такое. Я знаю, что такие. Я думаю, вы знаете, что такое воздушный шоколад. Мне его подарил мой сосед. Ну, как бы мы живем дома. И у нас еще есть соседи. Вот он мне подарил такую шоколадку. Очень вкусненько. Всем советую. Следующий подарок. Это подарок... от моего брата. Это, во-первых, он мне купил такое мило. Вот. Черника. И тут такая Фрэнки. Ну, из Monster High. Выглядит. Очень вкусно. Всем советую. И также еще он купил мне киндер. Вот. Ну, я его, конечно, уже давно съела. И там попался вот такой вот велосипед. И тут такая штучка еще была. И это как бы на подставочку. И она очень подойдет для... пони блеймбеков, например, вот. То есть очень хорошо будет, то есть им подойдет. То есть спасибо моему брату за такой хороший подарок. Так, вот. Сейчас его поставлю. Следующее это у нас подарок от моей бабушки. Во-первых, он подарил мне 100 рублей. И, во-первых, это вот такой тяняшненький. Да, не знаю, что это. Ну, я так думала, что это кошелек. Вот. Ну, потом я эту штуку вытащу. Вот. И моя бабушка очень любит лягушек. Я думаю, это лягушка. И вот она подарила мне такую лягушку. И у нее еще глазки шевелятся, как видите. Ну, одежду... Ну, она еще мне подарила пижаму такую зелененькую, которая сейчас на мне, но я не могу вам ее показать. И потом она мне еще подарила там такое платьишко розовенькое. Ну, в общем, так вот. А дальше это, в общем, ну, и школа, как бы, нас поздравляли в школе, и нам, в общем, купили какую-то такая штука, маленькая фея, это спрей для волос увлажняющий, вот, от 3 лет, я раньше думала, что до 3 лет, ну, в общем, так вот выглядит, ну, я им никогда не пользовалась, ну, такой вот прикольный. Дальше это, ну, мы как бы были в магазинах, и мы зашли в ТРЦ, торговый, ну, центр «Радуга», и там вот мы уже хотели пойти домой, и нам там тетенька, ну, девушка, дала нам с мамой, ну, она как бы всем, наверное, женщинам дает, и вот такую штучку, тут такой вот соловей, не знаю, это похоже на сакуру, кажется, вот. Ну, и здесь тут такое немножко стихотворение, пожелание, здесь конфетка. Я ее не ела, ну, в общем, очень миленькая, я думаю, ну, прикольная. Так, дальше, наверное, покажу вам мою, как бы, новиночку, которую я покупала 7 марта. Это, ну, я покупала маме подарок и зашла в, там один у нас магазин есть, канцелярский, и я купила такие штучки, наклейки на тетрадь. Вот здесь такой хомячок,
Потом кролик с цыпленком, попугайчик и такой хорек, я думаю. Вот. Также потом такая еще закладочка с Hello Kitty. Очень миленькая. Вот. Это стоило 3 рубля, это 6 рублей. Так, и... А, вот еще. Орбит. Да, ну это просто... Так. И такой офигенный просто... Ну, два подарка тоже. Это от мамы с папой. И это, во-первых, наверное, самый главный. Это набор с Gold Lily и Pinkie Pie. Но при этом еще... Ну, из Kitchmark Magic. И Twilight Sparkle тоже из этой коллекции Kitchmark Magic. Вот. Это очень клевые наборы. Мне они очень нравятся. Вот. И давайте я сделаю на них обзор и распаковку. Ну, так как, наверное, этот, ну, как бы, видео будет очень долго, и вам будет не очень интересно смотреть это, то что я, наверное, сделаю отдельный обзор и распаковку на эти два набора. То есть отдельно будет на Twilight Sparkle и отдельно будет на набор вот этот Gold Lily и Pinkie Pie. В общем, это было все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и всем пока. В общем, простите, что так тяну, просто сейчас на кухне. Я забыла еще один подарок подарить. Это папа купил нам еще такие вот тюльпанчики желтые, очень вкусненькие. Ну, простите за такое качество, просто понимаете, темно. Вот, очень вкусненькие. Спасибо, папа. И, в общем, это было все. Всем пока. Да, все, пока. И еще раз 8 марта.